фермерское хозяйство Александра Синяева. Фермерское хозяйство находится в Новомосковске, Днепропетровской области, где на протяжении 5 лет занимается разведением кроликов. Основное поголовье состоит из пород белого панонна и калифорнийской. В последнее время доминирующим направлением стало производство грануляторов, 90% комплектующих для которых изготавливается непосредственно в хозяйстве Александра. Чтобы гранулятор с неподвижной матрицей гранулировать комбикорм с очень хорошим качеством. То есть увлажнение комбикорм не требует, качество гранулы высокое. Принцип действия основан на том, что матрица неподвижная, ну вот не закрученный гранулятор еще. Вал вращается, ролики наезжают на сырье и впрессовывают в каналы матрицы. Ну это еще не собраны, ролики еще на обработку прошли, но они будут еще шлифоваться. Главный фермерский портал совместно с Просто Продакшн специально к Агропорту 2015.